Приветствую всех, ребята, вы на канале FrontBet, как всегда с вами Макс. На 28 мая чемпионат Германии, Штутгарт, Гамбург. Ребятки, здесь я подобрал необычную ставочку, которую мы уже делали как-то на чемпионат Германии, и на нее очень часто выдают очень маленький коэффициент. Почему? Потому что чемпионат Германии забивной. А вот вторая Бундеслига, я не считаю, что она сильно отличается голевыми моментами и вообще результативностью своей по забитым голам от Бундеслиги. Вот, ребята, прежде чем мы начнем, попрошу от всех по лайку. Набираем с вами много лайков и продолжаем, ребятки, меня это мотивирует, потому что я, когда вы ставите лайки, я вижу, что есть для кого стараться. Ну а когда не заходят, бывают ставочки, что ж поделать, это спорт. Вы как знаете, я не внук Ванги. Вот так вот. Спонсор нашего выпуска является BKMLBet. Ссылочка в описании под этим видео первой строкой. В Twitter переходите, вводите промокод. Очень удобное приложение. Очень быстрые и мгновенные выплаты, самая широкая линия, высокие коэффициенты. И по промокоду вы получаете до 10 400 рублей на первый депозит, но это действует только один раз. Штутгарт, Гамбург, ребятки, здесь я такую необычную ставочку подобрал, как хотя бы одна команда забьет больше 1,5 гола. Если кто-то не знает, где найти эту ставочку, вот вам скрин на экране, смотрите, пожалуйста, как ее найти. Ну, в BKMLBet вот так она находится. Вот. Также всем советую, конечно же, подписаться на телеграм-канал наш. Ссылочка в описании под этим видео. Там у нас ежедневный лайв проводится, марафоны, лесенки и так далее и тому подобное. Ну, а на втором канале ФБ Супер вы найдете всегда свежие прогнозы на предстоящие события. Ссылка также в описании под этим видео. Оставайтесь в FrontBet.